Приветики, это с вами я, ваша любимая Софирка Плей, и я буду снова играть в Спиди. Как вы видите, поиграем. Наконец-то я с вами буду играть в Спиди. Наконец-то я прочувствую всю атмосферу. Господа, вот я наконец-то буду играть в Спиди Бук 2. Опять буду играть в Спиди Бук 2. Опять оно гудит, это меня бесит. Господа, вот реально, да, мы приготовимся к следующему раунду. Это реально очень жутко звучит. О, мне нужно будет найти это лекарство. Затем... О, нет. Как это? Его такой-то классный, знакомый. Он еще золотой ключ. Thank you.
О, господи, это было очень близко. Отже, про... Ага, я поняла, так. Надо скриншотить. Так, скриншотить. Вот так надо скриншотить. Поняла. Так. Я скриншотила. Господа. И я... Вот это не в запрете. Что начала смотреть, я тут не в запрете. Появилась эта пизделя. И мне надо туда. Туда отхитрить, чтобы. Ну так и сделать. Так, это первое, это там, я поняла. Эту. Получается, что так. Получается, что... Они должны быть внизу. Нам получается вот так, да? Не так. Найти. Буду вечность ходить.
Можно нарвать вот так. Так. Потом. Тут два. Комбинация не сработала так. Господа, я почти что приблизилась к финалу. Надо тут друзьями играть, я не знаю. Я почти что была близко к этому моменту. Господа, всем бай, увидимся в следующих сериях. Мы продолжим завтра играть в Пигибук 2. Я посмотрю какое-то там либо видео и посмотрю, как надо проходить. Потому что я не могу пройти эту Пигибук 2. Господа, может я сама справлюсь как-нибудь. Надо взять Юлин телефон, сфоткать, когда получится какой-то результат. Я это запомню. И все. А так я не понимаю. Ну, всем пока, господа. Увидимся в следующих сериях.